большой друг Сергея Политенко, Дмитрий Новогольский и его Country Band. Встречаем! Вау! Гость из Москвы! Tired of wholesome breeze, and time keeps dragging on. By the train keeps rolling on down to San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. By the shot of man in the river, just to watch him die. I hear the whistle blowing, I hit my head and cry. Oh. Маргарита Виль, это такой городок небольшой, типа Академ городка, только находится на другом конце полушария. Пьет называется Маргарита Виль, там кушают креветки, пьют пиво, и у всех хорошее настроение. Watching the sunbeam, all of this tourist car and oil, strumming my six strings on my front porch swing. Smell the stream, they're beginning to boil. Wasted away in a Margaritaville, searching for my high lost share of soul. Some people claim there is a woman to blame, and I know it's nobody's fault. Show about this brand new tattoo.
but it's real beauty, a Mexican cutie. Howard Garcia, I have a clue. Wasted away in a Margaritaville, searching for my high lost shaker of soul. Some people claim there is a role to play, and I know it's nobody's fault. On my flip flop, stepped on a pop top, broke my leg twice, I had a limp on back home. By this bosom the blender, and soon it will render that frozen concoction that helps me hang on. Hang on. Wasted away again in Margaritaville, searching for my high lost shaker of soul. Some people claim there is one to blame. Yes, yes, I know it's nobody's fault. Yes, it is. Some people claim there is a woman to blame. Oh yes, I know it's nobody's fault. Oh yeah, Маргаритавилл. Спасибо, дорогие друзья. Хочется от всей души вас поздравить с днем рождения замечательного музыканта Сергея Фалетенко, а также поздравить вас с праздником популярной музыки, которая проходит сегодня в Академгородке. Мы продолжаем. Песня про машину 49-го года выпуска, про Cadillac Mercury. I'm home.
and I'm crazy about a murder. Lord, I'm crazy about murder. I'm going by me, Mercury, and cruising up and down the road. I'm going by me, Mercury, and cruising up and down the road one more time. I'm going by me, limousine, and cruising up and down the road. Спасибо. Следующая песня посвящается всем тем, кто, несмотря ни на что, несмотря ни на какие препятствия, реализует свои возможности, а также посвящается одной девушке, которая все-таки, надеюсь, сбудется и в самое опасное желание. Какое, неизвестно, потому что она сама его загадала. Так песня называется «I shall be released». I shall be released.
shall be released. I shall be released. Спасибо. Но сейчас хочется спеть одну из песен Сергея Фалетенко. Мы с ним познакомились 11 лет назад на Маевке, как раз вот здесь вот, в городке. Очень позитивный, очень талантливый, очень харизматичный человек. Следующая песня тоже харизматичная, немножко стебная, в то же время немножко философская. Называется «Если не всегда, то иногда». Как птицы в клетке неба, а старому бродяге ночлежка у костра. Но все они, конечно, мечтают о свободе. Если не всегда, то иногда. Но все они, конечно, мечтают о свободе. Если не всегда, то иногда. Военным снится слава, богатому награда, а старому капралу веселая вдова. Но все они, конечно, мечтают о покое, и если не всегда, то иногда. Но все они, конечно, мечтают о покое, и если не всегда, то иногда. Oh, сейчас вам сыграем, господа, дамы, господа, друзья, мальчики, девочки, скажите, кто-нибудь не любит отдыхать? Глупый вопрос, конечно. Все любят отдыхать. А следующая песня посвящается людям, которые не любят отдыхать. Песня называется «Убивая себя на работе, на работе, на работе». Эту песню писал мой друг, мой хороший друг, который живет в другую сторону океана. Его зовут Кевин Уэлш. «Killing myself». Никто в этой песне не пострадал. Thank you.
just hurt, hurt, hurt. I've been walking on a wire, getting higher and higher. Then just look down, 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 down. I've been killing myself, slow and steady, killing myself. I don't know why I've been killing myself. I'm not even ready to die. Старинный друг, бас-гитара Евгений Лузин.
Литенком он работал очень долго и дружил с ним. Евгений Лузин. Слева от меня гитарист Юрий Юшин. Юрий Юшин. Саундмен, скрипач, гитарист Александр Охотин. Александр Охотин. Мотор, сердце этого бэнда. Барабаны. Артём Звягин. Меня зовут Дмитрий Новокольский. Дорогие друзья, еще раз с праздником, с днем рождения Сергея Полетенко и с праздником популярной музыки в Академгородке. Ну и напоследок потанцуем под настоящий рок-н-ролл. Rockin' all over the world. Это ода рок-н-роллу как танцу, как музыкальному направлению, как правильному образу жизни. Rockin' all over the world. Yeah.
Спасибо! Фестиваль продолжается. Спасибо. Да, действительно, фестиваль продолжается. Еще раз огромное спасибо Дмитрию Новокольскому и его кантри-бенду, которые собрали совсем недавно из лучших музыкантов города Новосибирска. Александр, да, Юра? Правильно? Я вижу, народ все подтягивается. Вижу, вот там подтянулся вечный декан экономического факультета Гагик Муртычевич Мурчан. Знаете, ходит байка, что тем, кто с первого раза выиграет его имя, фамилия, отчество, тот получит диплом, потому что ставки уже повышаются. Я не знаю, правда это или нет, но на всякий случай, когда я его вижу, всегда вслух произношу Гагик Муртычевич Мурчан. Дорогие друзья, на самом деле наш фестиваль еще пока не заканчивается, но наступает очень волнительный момент. Мы сейчас с Владимиром Васильевичем приоткрываем занавесу тайны. Мы хотим пригласить на эту сцену тех людей, которые придумали этот фестиваль. Вот этот праздник для всего Академгородка. Я бы даже сказал, придумали, организовали и сделали. И провели. Сделали. На эту сцену мы хотим пригласить совершенно потрясающую, красивейшую, умную и талантливую Марину Нежинскую Айжи. Владимир, громче, громче, а то не выйдет, да? Громче? Эта девушка сделала весь фестиваль организационно. И человека, который, ну, просто прилетает сюда из Москвы для того, чтобы сделать для любимого Академгородка все, что можно. Вот то, что вы здесь собрались, это придумал Андрей Федорович Быковский. Андрюха. Встречайте, аплодисменты. Они старались для вас. Привет, городок! Вам понравился фестиваль? Я хочу сказать, что я сегодня впервые увидел детей многих своих друзей. Обычно я вижу друзей, и часто, все это знают. Но сегодня я увидел детей своих друзей. Вот это круто, мне кажется. Согласны? Ну, я бы ничего не придумал, если бы не мой, так сказать, друг Сергей, про которого много говорили. Я хочу сегодня презентовать сайт, который мы долго-долго делали и сделали наконец. Пожалуйста, картинку на экран. Сейчас вы увидите его координаты, и каждый желающий может посмотреть на досуге что-то про Сергея. Там собрано сейчас много видео, много аудио, и мы его будем постоянно наполнять. Также там будет страничка, посвященная фестивалю, поэтому вот такая сегодня новость, подарок, так сказать. И этот сайт помогли нам всем сделать несколько человек. Аркадий Лузин сегодня здесь, он тоже снимает, друг Сергея, в прошлом в составе группы Golden Valley, еще которая играла музыку в стиле кантри, как они любили говорить. Елена Ружицкая, которая тоже собрала всю информацию про Сергея и предоставила нам. Ну и самое главное, соткался, а именно это слово любил произносить Сергей, соткался такой человек, который взял и сделал этот сайт от начала до конца. Алексей Терентьев. И он в Академгородке известен больше под именем Ливон, если кто не знает. Вот спасибо большое Ливону, который сделал этот сайт. Вот. И я продолжаю благодарить тех, кто нас поддержал, кто нам помог, наших друзей. Еще раз от своего имени лично. Компания Master Sound и вообще звук, свет, сцена, экран. Вот вы заметили, как было круто, реально? Чистый, качественный звук. Это Master Sound. Хороший свет, хорошие спецэффекты. Это отличные ребята. Саша Янкин, Кирилл Светохудожник. И вся команда, которая строила, делала это все для вас. Это тоже незаметные такие люди, но они от них очень многое зависит. Спасибо им большое. Давайте поаплодируем. Master Sound. А также компания, которая осуществила видеосъемку и трансляцию уже второй год, помогая нам. Это компания Mi TV и лично Алексей Воробьев, который вот сидит, его там незаметно, но он есть. И он очень клевый чувак. Поэтому давайте ему тоже поаплодируем. Всей его команде видеооператоров, которые на жаре 10 часов стояли здесь. И у многих была возможность дома сидеть за кофе утром, смотреть, что здесь происходит, а потом прийти. Так? Так, окей.
Поехали дальше. Ну, хочу поблагодарить друзей, которые помогли нам сделать этот фестиваль. Александра Ефименко, Дмитрия Романова, моего близкого друга. Он, наверное, здесь. Дима, помаши. Есть ты? Где? Дима, помаши рукой моей. Ну, ладно. Ратмира Трошина. Кто знает такого человека? Во, правильно. Есть команда некого инкогнито, которые не хотели афишировать своих имен, но они также нам помогли. Спасибо им большое. Огромное спасибо персонально, специально Володе Уленицкому. Если он здесь, Володя, спасибо тебе огромное. Спасибо. Гена Жеребцов, я с ним в садике был. Последний раз его увидел 37 лет назад. А он взял и помог. Спасибо, Гене. Латиф Сатаров, знаете все такого человека. Спасибо ему. Наталья Дувалу, верный друг Сергея, была сегодня в жюри. Молодец, спасибо ей. Коля Логвинов, служба безопасности сегодняшнего фестиваля. Огромное спасибо. Анастасия Лавренову, училась вместе с Сергеем, наша подружка. Алексей Чульжанов, Александр Файзулин. Это вот люди, я лично их не знаю, но я бы им хотел сказать спасибо. Компания «Сибирский берег». И напоследок, те, кто провели сегодняшний праздник, мероприятие, звезды КВН, действительно. Джон Курадов и Владимир Дуда, поприветствуем. Они сделали тоже очень большой вклад. А так я передаю слово своей... И, ну, естественно, конечно же, я бы ничего не сделал, если бы не эта женщина. Марина Нежинская, следующая, берет слово. Ей большое, большое спасибо и поаплодируем тоже. Друзья, мы, наверное, всех утомили, но это действительно очень важно. И людям, которые нам помогали, важно от нас это услышать. Главное, нам важно сказать им спасибо. Администрация Советского района, все, кто там нам помогал. Дирекция ДК Академии и Дворца молодежи юности, спасибо огромное. Евгения Бурындина, мы уже говорили ей сегодня много раз спасибо. Она Женя, сильно, Женя, тебе спасибо. Сильно нам помогала, да. Мила Образцова, Мила, без тебя бы этого не было. Мила сделала все дизайны, все вот эти все задники, все флаеры, афиши, это все ее рук дело. Присоединяюсь, Мила, если ты слышишь, спасибо. Человек, который понимает с полуслова, это очень важно. Максим Жидный, вы видите прекрасную штуку, которая над нами летает, я так и не выучила, как это называется. Автокоптер, который снимал автокоптер. Максим видео. Жидный, спасибо большое. Николай Рубахин, голос фестиваля. Спасибо огромное. Андрей Гаврилов, его здесь нет, он в Красноярске. Это человек, которого я ни разу не видела. Но он делает нам все ролики уже второй год. Абсолютно бескорыстно. Просто за любовь к Сергею, к Новосибирску, здесь когда учился. Андрей, спасибо тебе большое. Мои волонтеры, мои правая и левая рука, две правых руки, Нина Коростылева, Володя Шемерзаев, спасибо огромное, без них бы ничего не произошло. Даша Макарова, отдельное спасибо, это человек, который... Ворвалась, и которая спасла меня, когда я уже погибала под ворохом проблем, она знает... Мастер-класс, это и прочие печенюшки, это все, да, Даша. Это Даша, да, спасибо большое. Юра Баев, человек, который помог нам много сделать, Юра, спасибо тебе огромное. Я хочу поблагодарить наши семьи за терпение, да, наших мам, Елену, да. Нежинскую, Валентину Быковскую, спасибо большое, мамы, спасибо, муж мой, жена Андрея, это важно, дети, спасибо, вы нас не видели, скоро увидите, и, наверное, все, спасибо вам всем, что пришли. Я хочу на эту сцену пригласить Наталью Пинус, которая скажет еще пару слов. Дорогие друзья, я хочу, чтобы мы все с вами поблагодарили организаторов этого мероприятия, этого замечательного фестиваля за то, что они для нас с вами сделали. Ребята, вам огромное спасибо. Это было действительно, ну, что-то уникальное, что-то замечательное. И я хочу поблагодарить вас не только за то мероприятие, которое вы для нас, для всех сделали, а еще и за тот пример вообще человеческого вот такого отношения к друзьям. Потому что Сергея с нами нет уже 2 года, и люди сделали вот опять этот фестиваль, и я так понимаю, что он будет дальше продолжаться. Спасибо вам за пример вот такого отношения людей друг к другу. Большой, большой вам поклон, и дай Бог всем вам здоровья и счастья. Спасибо. Еще я... Мы не забыли, мы специально оставили напоследок. Это спецчеловек фестиваля. Да. Володя Костяшкин, мой друг. Давайте ему отдельно поаплодируем, поприветствуем. Вот если кто был на второй сцене с танцевальными мастер-классами, кто был?
Все были, танцевали. Это полностью задумка Володи, и он взял на себя организационные вопросы по этому моменту и сделал, мне кажется, шикарное вообще действие, которое очень понравилось всем вам. Я надеюсь. Мы будем продолжать в таком же духе. Володя Костяшин, тебе большое спасибо.